Привет, друзья! Сейчас рань-рань в Кае. Я третий день на Чайковском биатлонном комплексе. Сейчас до гонки остается примерно 2 даже с лишним часа. Ну, почти 3. Скажите, а вы из какой команды? Из какого региона? Из какого региона? А что это за такая? Что это за такая штука? Лыжка. А, это кусок лыжки? Ну да, она, как вам сказать, такая штучка, на которой проверяете мазь и парафины, и порошки. Понятно. То есть вы намазали несколько штук разными мазями, да, или как? Под разные морозы или просто разных марок? Разную мазь, погоду. Ага. Например, сегодня 7 градусов. Вот я одну мазь, вторую мазь, третью. Разных фирм, да? Да. Ага. И в разные дни разная мазь себя по-разному рекомендует? А сколько вы тестируете вот таких вот лыжек? Ага. А с чем вы сравнивать будете, получается? Как? Ну, если у вас одна. У меня на разных гранях все. Я с той мышки взял, ну, с такой же баклажки взял. Лучше перенес на эту. И все. Зачем мне 10 штук катать, когда я уже ряд знаю. А, на разных гранях разная мазь? Вот оно что. Там у меня отмечено 1, 2, 3, 4. Ага. А сколько вам надо сегодня лыж намазать? Вы считаете... Юниоры и юниорки здесь. Человек 10? Да. Ну, процесс пошел.